Так, короче, мы будем озвучивать комиксы по твоему парню, так что, да. А, Боба. Я твой парень. Но если я не представляю возможности... мой парень, конечно, ты мой парень! Я снова оказываюсь здесь, когда я начну с этого. Я пытаюсь сдержаться, я не могу, я теряю рассудок, я схожу с ума. Но это уже не имеет значения, я уже здесь, дорогой. Неизбежны. В одиночку ты и я. Я не могу позволить тебе знать, если бы ты знал, что я часто посещаю тебя ежедневно. Ты действительно будешь возмущен, не так ли? Во всяком случае, страх не сравнится с тем удовольствием, которое дает мне созерцать тебя вблизи. Это увлекательно, дорогой. Хотя, с другой стороны, я хотел бы быть ближе, иметь какой-то контакт. Я мог бы, может быть, попробовать. Глядите, хейтеры подоспели. Хватит смотреть на меня этими большими глазами. Ты помоги, я голодный и не могу открыть это. Ей! Ой, как мило. Альтернатива. Та-да! Вау! Я хочу блевать. Я хочу в клуб Винкс. Ладно. У нас есть колестраус, ты понимаешь? Мы сходим с ума. Говно мазит цветы в унитаз. Мы сидим посреди поля, озвучиваем комиксы, мимо проезжают люди.